процессы. Мы понимаем, что у нас сегодня женщин того возраста, детородного возраста, снижается на территории Саратовской области. И мы сегодня максимально предпринимаем решения свои, как по программе «Демография». И сегодня это будет национальный проект, один из первых приоритетов. И второе, конечно, по направлению здравоохранения работаем сегодня как с отдаленными районами. Учитывая, что вы знаете, последняя поездка, и мы статистику провели за последние 3 года, там есть снижение в целом по численности населения. Но наша задача стоит сделать максимально сегодня на текущем моменте все, чтобы зафиксировать отток населения, если это касается естественной убыли. Ну и, конечно, сделать все возможное. Сегодня на государственном уровне принимается решение и поддержка первого ребенка, и третьего ребенка. Есть региональная программа, есть федеральная программа, это синхронизировать для того, чтобы все-таки этот процесс изменить.